Опять измазанные сахаром и патокой в редакцию пришло письмо. Так. Best. Чего? Regards. Кто Сисина? По национальности цыганка? Очень патока измазана, конечно. Нет, если бы я была цыганка, я бы News делала Айна, Айна, Нэ. Да, откуда цыганка? Евро, 100 баллов. Евро это что, европейка? Гречанка, как она утверждает, или еврейка? Поясни. Очередной Михаил раз. Федоров. Фамилия у Кристинки очень хорошая. Да, миленький Мишенька. Если бы не такая фамилия, то нашу программу точно бы никто не смотрел. Вот напишите нам в комментах. Вы бы стали смотреть такую программу, в которой один из ведущих не Сисина? Мне кажется, просто никто бы не смотрел. Программа же называется не Сисина и интернет, а Шеремет интернет. Но тем не менее, ажиотажный интерес к программе именно за Сисина. Если бы была подпись... И Сисина внизу, так Шеремет, интернет, мы подумаем, Сисина, тогда было бы веселее. Мы подумаем и откажем тебе. Максим Семенов, они отстали, ну, то есть мы ровно на год точно. А вот если бы Кристина голой пришла, можно было бы и посмотреть. Максимка, Семенов, не смотри, выключай и не смотри. Почему? А потому что голый. Мы страхом как никогда. От Тарантино ужаснемся и убежим да, из да. студии. Только я что-то не вижу, чтобы вы убегали. Давайте, вставайте и убегайте. Ну, я же тебя не вижу голой. Мальцев 77. Кристина Бомба. Дима Немков или Немцов. Не, ну Шеремета надо в президенты. Актуальные темы поднимает, так сказать, из народа вышел. Ну, Димка молодец. Я прям все вижу, правильно как он видишь. Такой сидит и гордится. Как прям ух. Ну, я еще не созрел для президента. Да. То есть у вас вообще мысли такие есть, чтобы президентом стали? Президент... Ларька, например. А. Леонард Шелест, Сисина входит в какие-нибудь топы в Екатеринбурге? По-моему, нет. Ну, может, в топ самых сексуальных ведущих новостей? Понятия не имею. Или прогноза погоды? Я не веду погоду. Это вообще... Ты ведешь погоду, я видел. Нет. Я заменяла Джульетту, когда она не смогла приехать. Хорошо. Ну, то есть ты вела погоду. А что такого стрёмного? Я каждый день веду погоду. Да? Да. О-о-о. А вы делаете? Вы видели дожди? Я тебе уже говорил, вы видели дожди? Я не делал. Вы видите, глаз я не выбили своими пальцами. Ханимани. Вон, а товарищ Сисина действительно красивая девушка. Ну, вот серьезно, да. Канал дворового гитариста Сисина оделась как учительница начальных классов. Это он вчерашний комментарий читает. Я полностью на самом деле приветствую как можно меньше разврата. Да, конечно. Что мне до этого говорит постоянно? Где короткие юбки? Где разрезы? Да? Мы боремся за новую целевую аудиторию. За 5+. Думаете, дети вас будут смотреть? Леха, а пригласите тетю Наташу в студию, в гости? Да, она не придет сюда, наверное. Ну, если она как-то австралийка, мы просто обязаны ее пригласить. Я смотрю, колечко-то вы зря не носите. В смысле, не зря не носите обручальное. На австралийке каких-то там 48-летних голеньких засматривается. Это случайное совпадение. Да, конечно, конечно. После уборки у китаянки почернели 8 пальцев. Она заработала гангрену. Жесть какая. Теперь мы понимаем, почему Сисина гордится, что она не делает уборку дома. Я не горжусь этим, просто я не умею этого делать. Ну, как бы я умею, но мне неохота и некогда. Сисина про все говорит. Ну, на самом деле, я все это умею делать, но мне это неохота.